Нынешнее отключение горячей воды в домах калининградцев не последнее. В начале сентября планируется ремонт тепловых сетей на улице Иналова. На 10 дней без горячего водоснабжения останутся 37 домов, 2 детских садика и школа. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал журналистам директор МУП «Калининград теплосеть» Виктор Фесик. Как бы там мы ни работали, что бы мы ни делали, все-таки оборудование на 70% уже исчерпало свой ресурс на нашем предприятии. И все, что мы делаем, это тот минимальный объем, без которого вот ни жить, ни работать невозможно. Конечно же, надо поменять все. И это нереально. По словам Фесика, нынешнее отключение горячей воды в сотнях домов Калининграда связано с изношенностью сетей. Остановка двух РТС, восточной и северной, были связаны с плановым ремонтом. Причем северную приходится останавливать уже третий раз за последние месяцы. Выяснилось, что были установлены бракованные обратные клапана. В период останова запорную арматуру поменять было невозможно. Во-первых, она пришла вот недавно, эта арматура. Мы в период останова выяснили, какие конкретно надо заменить задвижки. Какие обратные клапана, и вот сейчас мы их меняем. Работы на РТС Северной должны закончиться 16 августа. Горячая вода в 700 домах, обещают коммунальщики, появится почти сразу. Что касается РТС Восточной, то ее будут ремонтировать до 25 августа.